В этом видео мы подробнее ознакомим с новым подсадчиком Bowlite от компании Solar. Начнем с того, что этот подсадчик поставляется внутри удобного чехла, который напоминает флагманскую линейку багажа SP от Solar. У этого подсадчика двухчастная карбоновая рукоятка со шпигоутным соединением. Каждая из секций рукоятки длиной по 3 фута. Для удобства работы у подсадчика есть специальные хваты. Выполнены эти хваты из термоусадочного материала. Миниатюрный блок крепления усов сделан из нержавеющей стали. С обратной стороны подсадчика установлена пятка с нанесением фирменной лазерной гравировки. Вес подсадчика составляет всего лишь 1 кг 200 граммов. У подсадчика Bowlite жесткие карбоновые усы длиной 42 дюйма. Подсадчик оснащен глубокой мягкой камуфляжной сеткой. Спрашивайте подсадчик Bowlite у официального представителя Solar в России компании CarpTime и ее региональных партнеров. Время ловить карпа.